Приветствую вас, друзья. Продолжаем обзоры монет. И сегодня с вами рассмотрим вот такую красивую монетку 1965 года. Это монета Марокко номиналом в 1 дирхам. Выпускалась эта монета с 1965 по 1969 годы. Период королевства Марокко. Вид чекана регулярный выпуск. Правитель Хасан II. Материал никель. Гурт рубчатый. Вес 6 грамм. Диаметр 24 миллиметра. Толщина 1,7 миллиметра. А сейчас обратимся к реверсу монеты. Итак, на реверсе монеты мы с вами видим круговую надпись на арабском языке и по центру портрет Хасана II. Полное его имя Мулай Хасан Алауи. Родился 9 июля 1929 года. Король Марокко с 26 февраля 1961 года и аж до своей смерти в 1999 году. Отец пятерых детей, в том числе и нынешнего короля Мухаммеда VI и его королевского высочества принца Мулая Рашида. Начальное образование будущий король Марокко получил в королевском дворце. После окончания школы в 1941 году продолжил образование в императорском колледже под руководством лучших учителей страны. Получил звание бакалавра. Принц Хасан затем поступил в университет Бордо во Франции в 1952 году и получил степень магистра юриспруденции. С самого начала обучения принца его отец, король Мухаммед V, привлекал наследника к участию в решении важных проблем страны, таким образом готовил его к будущему царствованию. Начиная с 40-х годов 20 века, будущий король активно участвовал в политической жизни страны и мира. В августе 1953 года по указанию французской администрации протектората Марокко вся королевская семья, включая принца Хасана, была сослана на Корсику, а затем на Мадагаскар, откуда вернулись они на родину лишь в ноябре 1956 года. При своем отце, короле Мухаммеде V, принц Хасан исполнял роль политического советника. После предоставления независимости Марокко, король Мухаммед V назначил принца Хасана начальником штаба вооруженных сил страны. 9 июля 1957 года принц Хасан официально был объявлен наследным принцем Марокко. Он возглавлял ряд марокканских правительственных делегаций, посетил очень много стран, и не только европейских, но и азиатских, был в Саудовской Аравии с несколькими визитами. В 1957, 59 и 60 годах он исполнял обязанности главы государства во время зарубежных поездок короля Мухаммеда V. А в мае 1960 года, когда король лично возглавил правительство, наследный принц занял пост заместителя премьер-министра. 3 марта 1961 года, вскоре после смерти Мухаммеда V, принц, вступая на престол, в своей тронной речи сказал: «Я вдохновлен примером моего благородного отца, учившего сохранять достоинство при любых обстоятельствах. Вступая на престол моих славных предков, я готов отдать все свои силы для защиты интересов моей страны, которой буду искренне и бескорыстно служить. Мое сердце навсегда принадлежит моему народу». И после этой речи он был провозглашен королем Марокко. Вот такая замечательная монета с такой замечательной историей. Всем спасибо за просмотр и до следующих обзоров. Всем удачи!